Так, друзі, доброго ранку, чудові та неймовірні. Бачите, вам спеціально показали каремати, які у нас сьогодні в студії. Ми продовжуємо наші п'ятничні ефіри корисного карантину. У нас сьогодні от стільки просто різних прав, які вам знадобляться. А також сьогодні фінальний ривок на цьому тижні. Хух, п'ятниця, попереду вихідні. Починаємо з фізкультури, але поки що подивіться, які гості у нас сьогодні будуть. Ефір п'ятниці розпочнемо з бадьорих вправ для краси та здоров'я. Першою до студії ранкового шоу «Правда тут лайв» завітає фітнес-тренер, спортсменка та учасниця змагань фітнес-бікіні Олександра Суманєєва. Щоп'ятниці вона разом з ведучими власним прикладом показує глядачам вправи, від яких ви неминуче станете стрункішими. Не прогавте і долучайтеся, пляжний сезон вже близько. Після бадьорої руханки можна і поспівати, адже ми запросили Ліду Лі. Співачка розкаже про участь у співочому шоу та як воно – бути підопічною Монатіка. Крім того, зачепимо питання сили думок у досягненні мети. А ще Ліда Лі розкаже про найбільший у житті експеримент. Не пропустіть! Трійку лідерів серед найцікавіших гостей ранкового шоу замикає працівник медіагрупи Китаю Олександр Николишин. Найгарячіші новини Піднебесної лише на «Правда тут лайв». Останні звістки про вакцинацію, рішення Японії скинути радіаційні стічні води з Фукусіми до Тихого океану та інші питання, що впливають на світ. Обов'язково обговоримо, аби ви були у курсі. І зараз ми запрошуємо до нас у студію чемпіонку світу з фітнес-бікіні. Сашу Суманєєву, а також ми інколи Сашу ще називаємо королевою знущань у нашій студії в п'ятницю. Санечка, привіт, заходь. Вітік, привіт. Я покажу, як по сцені, і по фронтальну позицію. Внимание, девушки, фронтальная позиция, оценка пропорций, четверть оборота направо. А хлопцам что робити в цей час? Можно просто можно просто смотреть. А хлопцам насолоджуватися, просто насолоджуватися. Смотрим и любуемся. Мужчины-судьи ставят свои оценки. Первое 10. Место, если что... Нет, какое 10? 10? Первое место, говорю. Первое место. Перше місце. Санечко, тобі золото. Ну реально, твоє золото від нас, від усіх глядачів. А ще краще, якщо ти нам розкажеш, як ось таке тіло зробити. Звісно, ребят, нужно в своє тіло вкладати огромні усилия ежедневно. Построение тела, это как и любая цель, требует постоянного вложения вашей энергии. И если вы действительно... Если вы действительно хотите добиться результата в построении своей фигуры, нужно каждый день хотя бы чуть-чуть усилий в это вкладывать. И это не только упражнения, но и, конечно же, правильное питание. Но сегодня я сделаю акцент на упражнениях. Это будет утренняя физкультура. Мы задействуем с вами мышцы пресса и мышцы спины. А также нижнюю часть тела, девочкам ягодицы, мальчикам ноги. Ну и, конечно же, мальчикам ягодицы тоже чуть-чуть, и девочкам ноги тоже чуть-чуть. Я чекав цього. Так, і я вже бачу, що ти для нас ось тут приготувала, ось ці каремати, ось цей агрегат. Я розумію, що агрегат. Сьогодні будуть особливі тортури, так? Адська штука. Так. Це дуже складне упражнення. Причому воно складне абсолютно для всіх, навіть для професіоналів. Це одне з найскладніших упражнень на прес. Но його прикол в тому, що можна зробити буквально 10 повторень, і вже на наступний день буде крепатура хороша. Ага. Не потрібно буде там, 50 скручувань робити. Тобто п'ятниця сам саме той день, коли потрібно починати, щоб потім два вихідні лежати. Дівчулі, тут є один такий тоненький нюансик. За наші сьогоднішні п'ятничні знущання з цим агрегатом дякуємо нашим глядачам. Дякую. Ну, да, потому что зрители попросили, чтобы мы показали упражнение, и я с удовольствием, а вот ребята, похоже, не рады. Так, давайте починаем, показывай. Конечно. Итак, исходное положение. Мы стоим на коленках, можно да. и на ногах, но я думаю, никто здесь не сделает, потому что это будет в 10 раз сложнее сразу. Спину мы округляем. Важно в упражнениях на пресс округлять спину. И поехали с округленной спиной, опускаемся вниз до напряжения пресса. Может быть, даже вот такая амплитуда, очень маленькая амплитуда. Здесь уже пресс в максимальном напряжении. И пошли вверх, спину скручиваем.
здесь опускаемся как можно ниже. Но если ниже мы пошли, у нас пошло раскручивание спины, человек упал, это будет неэффективно и может быть даже травмоопасно для мышц спины. А если мы опускаемся вот округленной спинкой до напряжения пресса и обратно, на усилие выдох. Здесь вдох, здесь выдох. И вот такой амплитуды достаточно. Ну, пробуйте, кто первый. Тобто постійно має бути напруга. Да, напряжение пресса. Когда мы ролик откатываем от себя, у нас пресс растянулся. И вверх еще мы скрутились дополнительно, он еще сильнее напрягся. Поехали. Давай, давай, Максим. Я подивився, и у мене, ну як сказати, маленький шок. А по-друге, я думав, що хтось із вас буде першим, тому що, знаєш, чоловік в житті має зробити три речі. Побудувати будинок, посадити дерево і подивитися, як Саша Сумнієв і Катя Терещенко займається. А я вже хочу болтати, Терещенко сяду і буду дивитися, як Пах це робить. Ну, так, округлив спинку, хорошо. І поїхали вниз, от скільки сили твоєго преса хватить. Ого, ого! Сильно низько не потрібно, там вже буде йти у нас розкручування позвоночника. І ти будеш працювати частіше. Частично спиной, частично прессом. Так. А я хочу это упражнение сделать тебе именно изолированным на пресс. Чисто на пресс, ага, да. Ну, тоді то кажи, вот, где пресс напрягся, вот здесь где-то достаточно. И пошли вверх. И получается у нас пресс все время в напряжении. Внизу вдох, вверх выдох. Еще вверху можешь сильнее скручиваться. Я завжди вверху, думала, вверх, що вверх, коли підіймаєшся, скручуєшся. Я завжди думала, що такі вправи роблять от дійсно от до кінця, доїжджають прямо лежачі і потім піднімаються. Так взагалі реально робити? Ой, я думаю, що я взагалі, я не хочу, чесно кажучи, навіть це пробувати, але розумію, що потрібно для того, аби прес був. До кінця, виходить, не завжди ефективно, там може терятися техніка. Так. Тобто ми завжди працюємо так, щоб у нас зберігалася техніка виконання упражнення. Якщо ми вверху, вот, если мы упали, теряется эффективность, ну, вот, упал и расслабился. Так. Если мы прогнулись, вот человек перепрогнулся, здесь пошла нагрузка на спину, и пресс полностью расслабился, теряется эффективность. Сашуня, керуй мене, будь ласка, щоб я... Округляй спину, исходное положение, да, круглая спина. Так. И катишь ролик. Вот, насколько получается, вот где у тебя пресс напрягся, с какой точки вот ты сможешь... Да. Це. Да, это не очень мало? Нет, не очень мало, все нормально. Эффект какой-то будет? Конечно. С какой точки ты сможешь подкатить обратно потом ролик? И еще больше округляй спину вот здесь и особенно вверху. Да. Что, в тебе пресс не болит? Ну, зараз ні. Зараз більше опусти, руки. У опусти мене чуть-чуть чому... ниже попу, округляй спину и опускай ниже попу. И старайся тазом тоже уходить вперед, то есть чтобы ты ролик катила не только руками, но и всем тазом. Да. А ну можно я покажу еще раз? Ага. Саш, ты можешь тут, в принципе. А ты будешь наблюдать сверху, да? Так, а я буду дивитися просто на красу. Вот, исходное положение, у нас должна быть попа не здесь, а вот. Ушла тазом вперед. И в таком положении уходишь вперед в ровную линию. То есть если ты делаешь вот так руками, то здесь... То это неправильно. Да, тут руки да, да, здесь пресс полностью отключен. А нужно идти вот тазом вперед. То же самое, как планка. Когда мы делаем планку, мы же должны стоять не попой вверх. Так. Тогда больше на руки пошла нагрузка, а пресс минимально. Мы должны вот стоять в ровную линию. Слухай, ой, знаєш, що, що мене цікавить? А коли ти робиш планку, це тільки на прес вправа, планка... чи спина теж задіяна? Да, спина працює статично, це упражнення, почти все тіло задіяно. Давайте нам покажеш зараз, як планку зробити. Давай, ми з Максом о, давай зробимо вправо планку. Настанемо, а ти нас відрегулюєш. А ти не збий. Дайте мені палку з електрошокером на концерт. Для мене, правда, це проблема, зробити планочку правильно. Так, а я, знаєш, я навіть зніму окуляри. Катя говорить, проблема, і сразу стало правильно. Что, серьезно? Да. Только больше руками подойди сюда, чтобы здесь получалась ровная линия. Здесь у тебя должно быть... Да, нет, туда, туда. И у тебя должно быть плечо полностью над рукой. Ага. Чтобы, да, еще больше плечами выходим вперед. А попу чуть-чуть выше. Угу. Вот ты сразу первую секунду стала правильно, а потом уже начала... Ну, так же ты. Еще попу поднимай выше. Мы не должны... Вот Максим сейчас хорошо, отлично стоит. Можно еще выводить плечи вперед. Вот наваливайся плечами вперед. Макс, привет. А шею здесь не поднимай, трапецию не поднимай. Ты хочешь...
Плечи усаживаем туда вниз относительно собственной оси. Плечи усажены. Так, зачекай. Не зрозумів. То вперед, то назад. Скажи, як зараз. Сейчас показываем. Покажи. То вперед, то назад. Плечи у нас должны быть не здесь, а четко над кистью. Но при этом не поджаты сюда вверх к ушам. То есть относительно собственной оси мы усаживаем плечи вниз, но относительно вертикали руки должны быть четко параллельны. То есть мы не уходим сюда, назад, на попу. Так. Мы должны вот выводить плечи вперед. Наши любі телеглядачі, якщо ви зараз перед екранами, вставайте, якщо навіть каремата у вас немає, просто вставайте на підлогу і пробуйте робити. І таз чуть-чуть вище. Ми не должны не задирать ягодицы вверх, ходить в дом. І також ми не должны провисать тазом вниз. Знімайте ваші сторіс, подивимось, як ви це робите. Якщо ви думаєте, що це легко, то я це взагалі не легко. Макс правильно все робить, і у нього все тіло напружене, так? Ага, тобто ось так. І тепер опускайся на локті. Так, таку ж планку робимо, да, стоя на локтях. А тепер обратно піднімаємося вверх. Клас! І опускаємося вниз. Ого! Вот это очень сложно. В ней поднимаемся вверх, и можно так сделать 10 раз. Лучше, конечно, 20, но... Нет, Ань, ты знаешь, 20 я не зроблю. Ты меня, конечно, выбачь. И такая возмущенная, главная интонация. И не буду, и руки, главное, на пояс поставлю. Я не буду. Не буду, не хочу. Але потрібно для того, щоб тіло було підкачено. Давай, давай, ты стоишь там все равно на коврике. А мы пока девчата, я, конечно, дуже сильно вибачаюся. Что ты сегодня за дискриминация хлопцев у студии? Кашунь, ти пам'ятаєш, що попередні дні він дивився, як ми це робимо. Так вправи, на сіднички, як ми напружувалися. А хіба чоловік може не дивитися, коли дівчата роблять вправи? Серйозно. А ну давай з тобою одновременно по 10 раз. Саня, ти мене збиваєш з пантелику, я не можу зробити з тобою одночасно. Не позорься. Ах, ти... Так, правильно стою? Дивись. Так, да. Поїхали. Один, два... Почекай, не спеши. Дай трішки фору. Три. Чотири. Так, ну змагатися з чемпіонкою – це нелегко. Макс, я розумію. Нічого. Ми тут, направді, тут ніколи не здавалися. Восьм. Зараз я можу впевнено сказати, що правда в ногах, в руках, у м'язах, в голові, в думках, скрізь, просто правда. А я думала, ти продовжиш робити, щоб робити більше, ніж я, тому що я ж почала на 3 повторення раніше. Так. Максим сьогодні здався. Все, я думаю, що Макс просто виконав свою програму. Поїхали, аеробіка. Так, давай можливо щось зробимо на розтяжечку поки, так, щоб релаксувати. Так, зараз, отличне предложення. Ми зараз мишці преса отлично нагрузили. Так. Зараз ми можемо їх розтягнути. Моя любима, мій любимий варіант розтяжки преса. От ми стали на руки. Так. І просто прогибаємося. І стоїмо так, віддихаємо. Можна ще голову вверх закинути. И это дает еще дополнительное растяжение. Здесь. Так. Давай. Можно сделать точно так же, вот с упором на диван. Абсолютно такое же. Ой, как добре. Ага. Одразу відчувається у спині таке приємне відчуття. Да, а прес тягне? Прес трошки, але більше я відчуваю спину. І поперек трошечки. Спина у нас сейчас в сокращенном состоянии, поясничные мышцы. А если поясница начинает болеть? Мы сейчас будем делать упражнения на спину. Это очень у многих людей, у которых сидячая работа, такая проблема. Ага. Поэтому нужно спину делать обязательно. И эта часть... каждой физкультуры, разминку прямо перед каждой тренировкой можно включать. Даже если мы, например, тренируем ноги или ягодицы, можно включать упражнения на спину. Ага. Кстати, у меня раньше были боли в спине, у меня зажимался нерв, и я могла просто идти, и у меня резкая боль в пояснице, я просто ничего не могла сделать. Ага. У меня даже мама очень переживала, потому что мне было 15 лет, она думает, боже, а что будет в 40 лет с этим человеком? А чему был такой эффект?
Вот я сейчас скажу. Было плохое кровообращение в спине, потому что я ничем не занималась. Меня мама повела тогда к врачу, и он порекомендовал просто делать вот это упражнение, которое я вам сейчас покажу. Так. И у меня полностью, вот когда я начала тренировать спину, у меня полностью прошли вот эти ощущения. Вот, слава богу. Что-то показывает. Да, больше такого не происходит. И прошлой зимой я пропустила 2 недели тренировок, там по состоянию здоровья не могла заниматься, и у меня снова опять начались эти боли. То есть я наклоняюсь шнурки завязать. То есть пока занимаюсь, там кровообращение хорошее, никаких ощущений нет. Одразу показывай, что це за вправа такая, чарівна. Чарівна. Это вправа называется гиперэкстензия. Выравниваем руки перед собой. Так. И одновременно поднимаем руки и ноги. Так. Внизу пауза. А мы руки не кладем на подлогу, правильно? Мы сберегаем их... Не, можно положить. А, можно. Это зависит уже от уровня подготовки человека. Если человеку очень сложно делать это упражнение, можно положить руки и ноги вниз полностью и делать небольшую паузу. Ага. Если у человека нормальный уровень подготовки, можно делать просто в верхней амплитуде. Так. Давай, показывай нам. Тут больше напружується прес чи спина, що здесь саме? Прес вообще не работает, так. Он же полностью находится в растянутом состоянии у нас все время. Ага. Здесь работают мышцы спины. Немного задействуются ягодицы, но основной акцент именно на поясницу, поясничной столбы. Так. Мышцы вокруг позвоночника. Ну, поехали. Так, там одночасно, так, потрібно? Да, одновременно поднимаем руки и ноги. Фиксация вверху приветствуется. И скільки її там вітати? Секунд. Фиксация вверху, ну, секунда, 2 секунди. Можна зробити 10 повторений сейчас. Так. О, да, Катя, молодець, хорошу фиксацію делаешь вверху. Ой, як я тримаюся, добре, дивіться. Клас. Можна подключити ще статику. Наприклад, як один із множества варіантів. Ви зробили 10 повторений в такому варіанті динамічному, і потім піднімаєте руки і ноги вверх і держите 40 секунд в верхній точці. Ого. Вот такой. Есть еще варианты усложнения. То есть даже это... Все. Усложнение нам поки не потрібні. Макс, ты знаешь, что мне так зараз нагадало? Мы с тобой как такие, как тюленчики. Короче, гумор дуже помогает сейчас прав, тому что вы расслабляете еще и психологично. Да, это 100%. Физкультура – это лучший способ борьбы с депрессией и с плохим настроением. Вы переводите так свою концентрацию с напряжения в голове, напряжения в теле, и тогда напряжение умственное снимается. Так, так. И все-таки, раз у вас были силы изобразить тюленчика, я покажу вариант усложнения. Ну, нарешті мы чекали, ты знаешь, там было мало. Поднимаемся. Здесь, когда руки вверху, так. Приводим локти к себе, сжимаем лопатки, выравниваем и опускаемся так, вниз. Розкажи мені, будь ласка, от найголовніша різниця між тією гіперекстензією, яку ми робили спочатку, і зараз. Когда ми поднимаем руки и сжимаем лопатки, так. У нас задействуется еще дополнительно зона между лопаток. То есть как здесь она задействуется намного меньше, так. И весь акцент на поясницу. А когда мы поднялись, акцент на поясницу, так. Свели лопатки, акцент между лопатками, выровняли и опустились. Слухай, то есть я хочу у нас больше мышц работает. Главное движение не смазывать, чтобы оно не превращалось в такое. А, тобто техніка все одно. Да, всегда в пріоритеті. Да. Так, поїхали. Слухай, у мене до тебе, знаєш, таке трішки нестандартне питання. Дивись, ми говорили про спину, що в тебе це защемлення нерву, воно пройшло. Буває таке, що між лопаток теж щось защемляє. Воно теж пройде? Ну, тобто це... Я ж вже не можу це сказати ніяк. Вот у меня так получилось, а какое там именно защемление, как это именно происходит, это уже может сказать только врач. Ага. Тут будь-якому випадку потрібно робити, нужно протягували сміятися. Да, 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 да. Если мы тренируем мышцы, в организме запускаются механизмы самоисцеления. Так. То есть мы обращаем, мы обращаем внимание, бачу, правильно выходит да. у него, так? Мы обращаем внимание тела на какую-то проблемную зону и запускается самоисцеление. Ты знаешь, Катюх, це набагато важче, ніж те, що ми зробили спочатку. Да. Так, це... ну добре, я ще раз спробую. Я тобі раджу, так. Я ще раз
спробую. Хоча дійсно це дуже складні вправи. Здається, що легко, нібито ви лежите, так і просто піднімаєте ручки. Фух, але... Саш, знаєш, я хочу. Сейчас, секунду, правильно ты сделал, вот так встал, и можно в такой позе протянуть. Ага, и все растягнулись. Да, да, да. Ой, боже, гарно, боже. Катюш, с круглой спиной делаем, вот именно с круглой. И вот эту часть тоже округляй. Что ты, Максим, хотел спросить? О, слухай, ці вправи можуть виправити, наприклад, дефекти постави, там, наприклад, сколіоз, ще щось? Да, в силу того, что человеку легче будет это контролировать. Мышцы как бы сами несут позвоночник. Человек лучше чувствует свое тело. Но нужно, чтобы исправить осанку, не только мышцы спины тренировать, хотя мышцы спины всегда в приоритете для осанки, но и мышцы груди. А как? Это отжимания те же, например. Это одно из... Від підлоги, так? Або від дивана. Любые варианты отжиманий могут быть от дивана, широкие, от пола. Потому что если у нас спина, например, достаточно накачанная, так у девочек часто бывает, девочки не хотят тренировать грудные мышцы вообще, а эти мышцы расслабленные, получается, плечи заворачиваются вперед в силу того, что спина накачанная. Тобто секрет ось такой постати, это когда просто м'язи ось тут не розвинені. Очень часто, да, и это одна из причин, когда эти мышцы находятся или в гипертонусе, или они чересчур расслаблены. Да. То есть и то, и то. А гипертонус это не всегда значит, что они перекачанные. Ага. Просто там такое кровообращение, защемление этих мышц. То есть нужно делать упражнения на растяжение грудных, нужно напрягать грудные мышцы. В общем, нужно тренировать все мышцы. Нет такого, что мы, например, девочки тренируют только ягодицы, мальчики тренируют, например, только бицепс, и от этого получается красивая фигура. А поставь сейчас руки широко, чтобы у нас был меньше трицепс. Так, вот так. Да, и больше именно грудные мышцы работали. Так? Да. Так, зараз повторюйте, якщо можете, так, як робить це Макс. Ну, Макс сьогодні так напрацювався. Макс, я не знаю, як ми далі будемо ще з тобою 2 години ефіру, розумієш? Ми не здаємось. Ми не здаємось, так. Це я вам відповідально кажу. Так, ну що, Сашуня, у нас є ще якісь вправи? Так, і зараз я хотіла ще все-таки задействувати нижню частину тіла. Для дівчинок саме любима зона – це ягодичні. Також для мужчин саме любима жінська зона – ягодичні. Нарешті я цього чекав, я люблю свою роботу. Да. А мальчики в это время могут сделать ножки. Да, то есть сиднички. Упражнение похожее. Мальчики будут делать приседания. Так. Садимся как можно глубже, полностью не встаем. Ага. Так. А девочки будут делать наклоны. Так. Вот, постановка ног такая же. Наклоняемся, отводим таз назад. Катя. Давай, носочки чуть-чуть врозь и колени направляем врозь, то есть, чтобы у нас колени не заворачивались. Когда мы заворачиваем колени наружу, наоборот, у нас еще больше ягодичные включаются. Так. И движение начинается именно вот с отведения таза назад. Максим, а ты не вставай полностью. Садись как можно глубже до того момента, пока у нас поясница не начинает заворачиваться. То есть где мы можем сохранять естественный прогиб поясницы. Так. То есть кто-то может сесть прямо вниз, а у кого-то эта точка вот здесь наступает. И дальше уже идет заворот таза. То есть вы должны сесть до той глубины, где сохраняется вот этот небольшой прогиб. И полностью не встаем, тем самым оставляем напряжение в передней части бедра. Так, давай же продолжим. Девочки делают наклоны. Постановка ног у нас будет одинаковая. И отводим таз назад. Растягиваем попу. Ага. Здесь попу напрягаем. И вверху сжимаем. Так, так, давайте, не филоньте. Давайте, давайте. У мене не так красиво, як у тебе виходить. Чому? Питання. Фух. Нужно время, чтобы научиться. Так. У нас только 5-я, по-моему, физкультура. Так. Розумієш, у тебе виходить граційно, а у мене ніби я кудись присісти хочу. Граціозно, якщо ти зробила одне повторення, а потім стоїш болтаєш. Так, давай. Тоді у мене все вийшло сидіти і дихати. Да? Я ловлю внутрішній дзен. Ну, хорошо, полови. Уже у нас ноги накачані достатньо, да? Уже, бачиш,
Так ти руки показуєш, а я про ноги говорю. Що починається з рук? А танцювати між правими взагалі це корисно? Можна, звісно, якщо у тебе хватить на це сил. Якщо у тебе ще є сили танцювати, значить, скоріше всього, ти на упражненнях недостатньо працювала. Так, не допрацювала. Давай ще. Ще якесь для розтяжечки нам. Ну так, там було мало. Давай, Саш, ще. Не для розтяжки, а зробимо ось такий варіант наклонів по одній нозі на ягодичні. Максима, ти ще присідання не закінчив? Так, моя господиня, я все, я понял. Упражнение аналогично тому, как мы делали наклоны. Вот встань, попробуй ноги вместе. Так. Наклонилась. Вот. А теперь отставь одну ногу назад. Всю. Любую. Отставила одну назад. И тебе нужно делать наклоны по одной ноге. Так. Задняя нога стоит полностью расслабленная, отдыхая. То есть мы ее не напряженной делаем. Она стоит только потому, что она у тебя есть. Передняя сгинается? Да, она чуть-чуть сгибается. Ага. У тебя весь упор идет на переднюю ногу. То есть у меня сейчас работает левая ягодица и задняя поверхность бедра. А правая нога стоит и при этом просто отдыхает. Не превращаем это движение в выпад. Нужно именно отводить таз назад. Вот это упражнение уже умеешь делать? Мы же делали наклоны с тазом отведенным назад. То же самое, только задняя нога полностью отдыхает. Вот все правильно, давай туда. В том, что стань бочком к зрителям, пожалуйста. Ошибка в том, что у тебя колено выходит вперед. У тебя должно колено полностью оставаться в одной точке. Ага. И при этом ты отводишь таз назад. А теперь выравниваешь туловище и подаешь попу вперед. Ага. То есть ты отвела таз назад, а теперь толкай попу вперед. Відчуваю напружение ось тут, так? Має бути. Теперь толкай попу вперед. Штовхаю, як можу, штовхаю, не штовхається. Это зад, а я говорю, толкни попу вперед теперь. То есть мы наклонились, а теперь выровнялись. Так. И важный момент, не колено вперед, а именно попой назад уходим. Так. Оставляешь колено в одной точке. Давай все-таки по двумя ногами сделаем. Ага. Потому что одной еще мозг не может связать переднюю ногу и заднюю. Так, давай боком все-таки покажем. Давай боком. Да, стало так. Коленки остаются в одной точке. И выполняешь наклон за счет отведения таза назад. Вот. Да. И еще больше чуть-чуть можно пристегнуть колени. Поп-порн. Есть. И теперь выравниваешься. Выравниваешься, толкай попу вперед, выравниваешься, не, колени остаются четко в одной точке, и выровняй таз. Да не могу я, куда его ревнять? Вот, просто стала, вот ты стоишь согнутая, я тебя толкаю попу вперед, да, твою... ты просто выровнялась, Так, я разумею. Вот, и теперь толкнула попу вперед, и здесь попу мы целенаправленно сжимаем. Да, разумела. Вот, да, и теперь наклоняешься, здесь ягодичная мышца у нас растянулась. И здесь мы попу сжали. Да, и колено я тебе держу для того, чтобы оно осталось четко в одной точке. Действительно, так, я відчуваю, что тут тягнутся м'язи. Вот. Слушай, черевница. Спасибо. Знавець м'язів. Потом позже мы дойдем к тому, чтобы делать это упражнение по одной ноге, потому что пока еще мозг запутывается, получается упражнение в два раза тяжелее. А я все сделаю. Приседаниями. Класс. Если я не видела, значит не делал. Сашуня, давай його трошечки пошкодуємо. Я тебе прошу. Мені просто страшно, розумієш? За що тобі страшно? Мені страшно. Одної Максим буде просто лежати і уснет во время прямого ефіру. І відпочивати, так. Трошки у нас є дивани зручні, комфортні. Нічого, у нас мужчина сильний пол, тому фізкультура має бути Максима сильною стороною. Він у нас добре виложився на перших упражненнях, так потрібно ж цю планку підтримувати на протягом всього. Я все зробив. Бачила? Хорошо, ладно. Було. Считается, как ты считаешь? Рахуется, я знаю, рахуется. Давайте, рахуется. Все, радуйся, что у тебя такая рахували. Подруга, потому что я бы не засчитала. Так. Но Катя сказала, Катя, ну, добра, Катя усе тобі зарахує. Усе, усе. Так, ну що? Якщо ви повторювали за нами, якщо ви так само намагалися зробити правильно ці вправи, ви також будете сидіти ось так, як Макс, і витирати просто піт з обличчя, тому що напружилися максимально. Ну, слухайте, таке, знаєте, не, ну, м'яко кажучи, сильне напруження, дійсно, воно того варте. Тому робіть це разом з нами і не філоньте. Це продуктивно і продуктивно в кожному занятті. Я так рада, взагалі, от так хорошо виходить. Все круче і круче. Круто. Взагалі, друзі, спорт – це запорука життя.
про ютуб-канальчик зараз поговоримо. На нашому ютуб-каналі «Правда тут медіа» багато корисної інформації, актуальних новин і найцікавіших подробиць наших ефірів. А ще коротенький інструктаж в ютубі. Дзвіночок натискайте і будете знати усі подробиці першими.